Всем привет, друзья! С вами Елена, и вы на канале «Учимся готовить вместе». Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень яркого, вкусного, весеннего, витаминного, постного салата с редисом. Итак, нам понадобится редис, микс салата, кукуруза, лук зеленый, петрушка, молотый перец, соль, яблочный уксус, нерафинированное растительное масло и французская горчица. Также все пропорции продукта вы сможете найти в описании под видео. Зелень предварительно моем и мелко нарезаем. Чтобы сэкономить время, лук и петрушку я нарезаю вместе. Отправляем зелень в глубокую миску к микс-салату. Микс-салат я также заранее помыла и обсушила бумажным полотенцем. Далее подготовленный редис нарезаем тонкими полукольцами. И также отправляем в миску. Добавляем консервированную кукурузу. Ингредиенты салата я пересыпала в миску побольше, чтобы было удобно перемешивать. Добавляем соль и молотый перец по вкусу. Заправляем салат яблочным уксусом, нерафинированным растительным маслом и французской горчицей. Хорошо все перемешиваем и даем салату настояться примерно 5 минут, и можно подавать на стол. Салат готовится очень быстро, буквально за считанные минуты. Также плюс в том, что на него ничего отваривать не нужно. По желанию микс салата можно заменить на листья салата, шпинат, молодую капусту, рукколу, все на ваш вкус. Также можно поэкспериментировать с заправкой. Можно заправить майонезом или сметанным соусом с чесночком. Тоже очень вкусно получается. Салатик назад пересыпаю в миску, в которой буду его подавать, и зову семью на ужин. В итоге вот такой полезный, вкусный салат получается. Рекомендую попробовать, очень вкусно. Разбавляет своим вкусом повседневную обычную еду. А яркая цветовая гамма салата сразу же повышает аппетит и настроение. Очень надеюсь, что видео вам понравилось и будет полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забудьте подписаться на канал. Впереди еще много интересного. Всем добра и позитива!